Во время прохождения миссии «Низвержение в Мальстрём» мы можем освободить старого главаря банды. Здесь чит-ключ, правда, нужен, и открыть дверь по-другому нельзя. Действовать можно достаточно просто. Можно поискать пин-код от этой двери. Пин-код находится вот на этом компьютере. Сообщение. Говорю только вам, код 9691. Все, спокойненько, выпускаем главаря банды. Далее ты с ним будешь разговаривать и спокойненько сделаешь из него своего должника. Но будь внимателен, чтобы обезвредить данную мину, нужно 7 очков техники. На этом, думаю, все. Ты теперь понял, как открыть дверь. Если видео понравилось, пригодилось, то поставь лайк, подпишись на канал. И все, друзья, всем пока-пока.